Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І тема нашої прес-конференції буде «Літня фотосесія». Або як фотографи обирають собі моделей, або моделі обирають собі фотографів. У нас в студії сьогодні фотограф з Дніпра Ігор Співак, який і розповість, як же він робить гарні фотографії, які ви потім виставляєте в соціальні мережі. Доброго дня! Добрий день! Прийшло літо, люди починають виїжджати в поля, вон цвіте рапс, там ріпак, цвітуть маки, і обов'язково вони беруть з собою або фотоапарат, або фотографа запрошують. Що би ви порадили сьогодні людям, коли і карантин, і оці всі справи, які обмежують нас, де фотографуватися? Ну, в принципе, где угодно, где хочется, там и можно фотографировать. Можно использовать свою камеру, можно фотографироваться на телефон. Сейчас у нас широкие возможности. Можно позвать специалиста. Ну, вариантов море. Кто как предпочитает, тот так и поступает. Ну, дивіться, ваші от крайні фотосесії, да? Де були, кого фотографували? Ну, я сейчас активно раскручиваю свой собственный проект под названием «Парный портрет». И приглашаю к себе пары, снимаю их сначала у себя в мастерской, а потом вывожу на любую локацию, которая близка там, мне, либо ребята хотят, мы хотим вот там-то. Ну, садимся на машину и едем туда, куда хотят ребята. С учетом моих представлений о том, как это будет выглядеть, иногда я говорю, давайте туда не поедем, потому что там дурные планы, а давайте поедем туда. Ну и, как правило, мы находим то место, где пара смотрится выгоднее всего. Дурные планы – это как? А вот очень тяжело снимать в нашем родном, любимом городе. Город отвратителен с точки зрения планов. Это в Риме можно снимать в любом месте, потому что задник как бы всегда аутентичен, он прекрасен. А у нас куда ни поверни камеру, везде то хрущевки, то, ну, может быть, какой-то новострой. Есть специальные места в городе, куда люди вывозят там свадьбы. Это обусловлено именно тем, что задний план на фотографии, он присутствует всегда. Знаете вы об этом или не знаете? Понимаете вы это или не понимаете? Видите вы это или не видите? А задник всегда существует, и нужно с этим мириться. И грамотный фотограф всегда понимает, как нужно повернуться, куда нужно поставить модель, чтобы задний план подчеркивал красоту модели, а не наоборот уродовал фотографию. Вот об этом я. А, ну, це як, да, завжди, на фотографії завжди знайдеться людина, яка її зіпсує. Да? Да, обязательно. Вот выстроил длинный план, все, и обязательно кто-нибудь на заднем плане входит в тот момент, когда модель сработала хорошо. Або, не дай Боже, нахиляється. Ну, да. Скажіть, будь ласка, бувають такі випадки, що, наприклад, моделі, ну, вам не подобаються, ну, там, я не знаю, енергетично, зовні, і ви відмовляєте, скажете, ні, я не буду вас фотографувати? Ну, нет, в моей практике этого вот не было. У меня не такая обширная практика, чтобы, ну, говорить о том, что вот здесь я отказался. Обычно ко мне обращаются очень приличные люди, и у меня не возникало желания сказать, нет, я не буду вас снимать. Ну, а взагалі таке у фотографів є, чи це просто якісь... Ну, по-разному, совершенно по-разному. Если говорить о коммерческих фотографах, ну, тут разный уровень подхода. Вот там Иванов есть знаменитый свадебный фотограф. Тот вообще отказывается снимать несимпатичные пары. Вот за любые деньги он отказывается снимать. Берет только симпатичных ребят. Потому что прекрасно понимает, что, ну, обработанная фотография, как ты ее не обрабатывай, все равно ее можно отдать заказчику и забыть. А вот в свое портфолио ставить невыгодных клиентов нет смысла, потому что это невыгодно работает на тебя. А снять, чем сложнее объект съемки, тем больше энергии приходится затратить в момент съемки для того, чтобы показать клиента в выгодном свете. Я не отказываюсь по двум причинам. У меня немного работы,
во-первых. А во-вторых, я считаю, что нет некрасивых людей. Есть люди с большими претензиями к собственному внешнему виду, вот здесь с этим приходится работать. Но мы побеждаем, в конце концов, это. И после фотосессии со мной люди, как правило, по-другому смотрят на себя и на свои фотографии. Що ви говорите людям під час фотосесії, щоб вони розкрилися, щоб вони почувалися вільними і на фотографіях виглядали природніми? Ну, здесь нету, есть как бы общее положение, на которое я опираюсь, но говорить как бы специальные заготовки мне сейчас не о чем вам сказать. Нет таких вот, сделайте так, спрашивайте об этом. Но в любом случае, когда человек приходит к вам на фотосессию, он уже готовится к этому. Когда мы сейчас говорим о фотосессиях коммерческих, так, платных, так, коммерческих. Потому что цепляться к человеку, который не заплатил тебе денег, и как-то его заставить, даже если он согласился тебе позировать, то с ним невозможно работать. Ты не добьешься никогда этого результата. Человек же, который уже решил для себя потратить эти деньги на фотосъемку с тобой, он уже морально готовится самостоятельно. И он приходит ко мне в гости. Да, многие из них там волнуются. Ну, в любом случае, он уже начал работать над собой. Тебе остается немного, тебе остается расположить человека к себе. Вот одним из приемов, я считаю, вот многие говорят, что ты там много кадров, ну нельзя снимать так много, кто-то считает. Вот я убежден, что с каждым щелчком камеры, с каждой вспышкой, с каждой вспышкой человек приближается к тому моменту, когда он расслабляется, перестает контролировать себя и начинает, собственно, получаться на кадре. Это всегда душевные разговоры. Что значит душевные? Я сходу со старта, я, например, со старта начинаю задавать откровенные вопросы. Тупо, нагло лезу в личную жизнь. И иногда бывают люди такие, ой, я говорю, ну вы не обращайте внимания, как бы мне интересно, мне на самом деле интересно, интересен тот человек, который пришел на съемку. И что тут уже? Это тайна, это наша с вами личная тайна. Я никогда не расскажу о том, о чем я спрашиваю у вас. Но когда вы начинаете открываться мне, отвечать на мои самые откровенные вопросы, вы, собственно, переступаете через барьер закрытости и идете навстречу, наоборот, открытости перед камерой. И через какой-то момент люди понимают, что бояться нечего. И, как правило, когда я снимаю у себя в мастерской, через какой-то момент после начала съемки я выгружаю, очень полезно показывать. Сейчас мы живем в эпоху цифровых фотоаппаратов, где на заднике камеры есть экранчик, который можно показать заказчику, чтобы он посмотрел, как хорошо он получается. И это помогает человеку понять, что, по крайней мере, я так делаю. Потому что я снимаю всегда в кадр так, чтобы кадр сразу получается правильно экспонированный, достаточно красиво, красиво по цвету, по контрасту. То есть он готов для восприятия. Его можно сразу же печатать, его потом можно обрабатывать. Там работать над фактурой кожи, чуть-чуть там работать пластикой, но со старта фотография смотрибельная. И когда я ставлю на монитор своего компьютера и подвожу заказчика, и мы обсуждаем, я показываю, вот посмотрите, как вы получаетесь, вот здесь нужно немножечко поворачиваться. Вот об этом я говорю, когда прошу вас не задирать голову, потому что там у вас закрываются глаза автоматически, появляется пятачок носа. Вот такие вещи я рассказываю, и людям становится понятно, что мы идем к понятной цели, а понятная цель — это те фотографии, которые вам понравятся, нравятся заказчику. Вот так это происходит. Ну, дивіться, ви працювали, ви фотографували військових, да, при облдержадміністрації, ви робили там... Був такий длинний проєкт, да. Наташа Шуліка мене позвала, і я согласився. Як було працювати з військовими та їх родинами? Наскільки вони відкриваються? Адже я, наскільки знаю, військові не бажають дуже там і фотографуватися, і там позувати. Ви знаєте, я якби не відділяю будь-який.
с ними было очень легко работать в том плане, что это тоже был предобъявленный проект. То есть на съемку шли те военные, которых приглашали. И когда военный соглашается идти на съемку, он уже расположен к тебе. А вот ребята, которых я снимал, атошники, это же сильные люди, которые прошли через такие жесткие испытания. Ну что им бояться-то? Им уже бояться нечего. Они, это элита нации. И с ними было очень легко работать. Они отзывались на мои предложения очень просто. Детей легко фотографировать? Ну, детей... Детей интересно снимать, но я сторонник вообще как бы безнасильственных методов взаимоотношений и среди фотографа и клиента в том числе. Ребенок здесь стоит отдельной статьей взаимоотношений, потому что я противник того, чтобы ребенка мордовать 2 часа. Когда мама сюсюкает, фотограф лазит на коленях и пытается поймать кадр для того, чтобы мамаша потом показала всем своим подружкам. Но мне кажется, ребенка нужно снимать по-другому. Я уверен, я глубоко убежден, что уважение к ребенку требует... Во-первых, ребенок отвечает тебе, если ты его заинтересовал. И он отвечает тебе... Вот те 10 минут, 20 минут, пока ты ему интересен. Потом ребенок теряет к тебе интерес, и ты уже ничего не можешь сделать, кроме как ходить кругами и на длинном фокусе, отрабатывать, выискивая задние планы, выжидая, пока ребенок к тебе обернется. Когда у меня возникают такие заказы, я откровенно говорю об этом родителям, и мы идем куда-то в открытое пространство. Вот парк Глобы очень подходит для этой съемки. Потому что ребенок увлечен любых возрастов, дети. Сейчас мы говорим о детях нежного возраста. Ребенок, который уже вырос и что-то там понимает, его всегда можно купить чем-нибудь. Родители обещают, если ты ответишь там, я тебе куплю там чупа-чупс, либо там новый компьютер, либо новый телефон. И ребенок уже, понимая то, что его купили, он как-то каким-то образом начинает тебя подыгрывать. Ну, это уже ближе к взрослому. А вот тех детей нежного возраста лучше снимать на игровых площадках, подсматривая, подлавливая те моменты, где они хороши во время ігри. Ви з собою принесли фотоапарат, я на нього весь час поглядаю, що це за машина, що це за прибор? Я завжди беру з собою фотоапарат, практично завжди, коли йду в город. І в останнє время це дуже часто, чаще всього, це пленочна камера. Це старинна камера, як старинна, літ там 60 є, але вона в хорошому, отличному состоянии. Це японський фотоапарат, який працює як часики до сих пор. Это заряжая пленочку и снимая там что-то в городе. Это мое хобби, потому что моя профессия фотограф. Сегодня я работаю с цифровыми изображениями. У меня хорошая техника, достаточно широкий парк оптики. Но я всю жизнь фотограф. И большую часть моей жизни это была именно аналоговая фотография. Это влажные процессы. И какое-то время я о них забыл, а потом мне товарищ принес бобину старой пленки и сказал: на, развлекайся. О, я отмотал там себе пару рулонов, понял, как она проявляется, и вернул себя в молодость вот таким образом. То есть я сделал себе красную комнату, у меня там ванночки с проявителями, закрепителями, увеличителями. Я снимаю на разные пленки, на фотобумагу. І це мене розвлікає. Я от так розвлікаюся. Ви пересуваєтеся містом на роликах? Буває, так. Сьогодні не на роликах? Я опаздував, тому мені потрібно було. Поки ви рухаєтеся по місту, ви фотографуєте, чи вам потрібно зупинитися і побачити якусь, не знаю, мить? Ну, это отдельный способ общения с окружающей средой. Когда я становлюсь на ролике, меня это развлекает и позволяет поддерживать себя в хорошей физической форме.
я достаточно уверенно стою на роликах для того, чтобы брать с собой камеру через плечо, и я делаю это, потому что скучно как бы просто кататься. И потом я достаточно ленив для того, чтобы заниматься упражнениями на роликовых коньках. Это всегда на насилие над собой. Я ленив для этого. Поэтому я просто катаюсь по городу и фотографирую то, что вижу. Тобто, ну, знаєте, є там, наприклад, художники, да, які там має сісти, побачити, щось там собі перетравити в собі. Ви ці миті ловите на ходу? Ну, я вижу, достаточно, то есть, я же всю жизнь занимаюсь тем, что смотрю на мир через видоискатель фотоаппарата. Поэтому у меня уже как бы пристреленный взгляд, и я вижу, и я понимаю, когда я одеваю, чаще всего я одеваю на фотоаппарат длиннофокусный объектив. Это узкий достаточно момент. Я вижу, что как бы я просто вращаюсь головой, вот здесь интересно. Я остановился, вернулся, достал камеру, подождал, когда кто-то вошел в этот кадр, нажал на кнопку, и получилась уже фотография. Как бы тренировка, потом можно вывалить все это на страничку Фейсбука и развлечь людей, которые подписаны на мою страницу. Ну да, а розважатися у вас є чим, це я вже точно знаю. От зараз вас слухала і хотіла, щоб ви як професіонал, якщо вже в наших телеглядачів є така унікальна можливість вас бачити в нашій студії, дали декілька порад, можливо, тим, хто ще не зробив літню фотосесію і збирається її зробити. В який час, в який день краще це робити? Робити, в якому одязі і в якому місці, і як обрати собі фотографа, зрештою? Ну, сейчас, слава Богу, с этим проблем нет. Фотографов много, среди них есть очень приличные, есть шикарные. Это вопрос цены. Как правило, чем лучше фотограф, тем дороже он стоит. Найти фотографа очень просто. В Гугле заводите фотограф Днепр, есть Инстаграм. Площадка Инстаграм специально создана для того, чтобы люди пиарились там как фотографы. Вы там вводите какие-то там слова и видите, в конце концов, имена ведущих фотографов известны. Вы смотрите на те картинки, которые они создают, и понимаете, вот, мне хотелось бы такую. И тогда стучитесь к человеку и говорите, алло, а сколько у вас стоит? А я бы хотела, а давайте запишемся. И люди, которые занимаются фотографией, они знают, когда это лучше делать. Ну, в полдень нет смысла идти на пшеничное поле, или там в подсолнухи, или там в рапс. Полдень это жесткий свет. Вам должны помогать погода, солнце. Лучше всего снимать утром, если кто-то ранний, то собрались с утречком, пошли, выехали за город в выбранное место, утречком поснимались. Либо к вечеру, когда солнышко присаживается, становится не так ярким, закатное солнце хорошо снимать. Есть места в городе, где можно посниматься, они тоже как бы общедоступные и известны. В городе можно снимать в любое время. Ну, сейчас жарко. Скільки сьогодні в Дніпрі коштує фотосесія? Вот я этим категорически не интересуюсь, потому что я не заказываю съемку. Как бы я тот сапожник, который сам может все. Я могу сказать, что у меня это стоит в районе 2000 гривен. Как бы. Это година, чи... Ну, праздничный репортаж у меня я оценил как 2000 гривен в час. Сейчас мы разрабатываем конечные продукты, как вот парный портрет стоит 2000, я буду снимать. Пару, больше одной пары в день мы не берем, мы готовы снимать там до 4 часов. Мы не торопим специально людей, чтобы никто не спешил вложиться в деньги во время. Ребята должны расположиться. Но как опыт показывает, что 4 часа можно снимать целый день, но в течение 4 часов взрослые люди все-таки устают и теряют взгляд и уже прекращают, как бы, ну, нет смысла дальше. Поэтому 4 часов достаточно для того, чтобы сделать объем фотографий, чтобы ребята открылись. Вот в парный портрет мы поставили стоимость 2000 гривен. Праздничный репортаж, это там свадьба, день рождения, 2000 гривен в час. Мы там еще разрабатываем конечный продукт под названием «Портрет»,
Там у нас три направления. За 1000 гривен мы готовы сейчас поснимать один образ на любой локации. Там 2 часа это стоит, там не 1000, 1300, по-моему, 2600, и больше 3 часов там 3500. Вот есть такие. И сколько стоит в городе, нужно спрашивать. Вы задаете, выбираете себе, звоните человеку, либо пишите ему в соцсети и задаете простые вопросы. Я хочу сфотографироваться. Сколько это стоит? Человек, он говорит, 5000, вы говорите, о, это дорого, идете дальше. Находите за 500 гривен и говорите, о, меня устраивает, идете фотографироваться за 500 гривен. Вам дают фотографию, вы смотрите, о, что-то слабо, а что вы хотели за 500 гривен? Это все очень просто. И тогда вы находите Игоря Співака, идете до него. Не обязательно, нет, ну да. Нет, как правило, ко мне приходят люди, которые почему-то хотят моих фотографий. Меня это устраивает, и я работаю с этой узкой, с этим узким сегментом народонаселення Дніпра. Дякую вам за те, що ви працюєте з цим сегментом народонаселення. Дякую вам за те, що ви робите людей красивими на фото, хоча їх вже, можливо, і зробила природа гарними. Тим не менш, шановні телеглядачі, якщо ви ще не зробили собі літню фотосесію і у відпустці ви не знаєте, чим себе зайняти, бо ви нікуди не поїхали, звертайтеся до фотографів Дніпра. Вони є на різний смак, на різний колір, на різний гаманець, і ви отримаєте як мінімум задоволення від того, що ви пофотографуєтеся, ви потішите своє его і дасте заробити нашим митцям. Наразі я з вами прощаюся, на все добре, передаю слово своїм колегам, до побачення.